дорогие выпускники, сейчас вы стоите на пороге нового мира. Для выпускников бакалавриата для вас начинается принципиально новый этап жизни. Вы пойдете в магистратуру, кто-то из вас пойдет работать. Магистранты уже люди и так взрослые, и вы пойдете уже работать полноценно. Кто-то из вас пойдет в аспирантуру. Но мир вокруг нас тоже меняется. И очень много сейчас говорится о том, что появляются новые технологии, появляются новые вызовы и угрозы. Это тот мир, в котором вам, нам всем придется жить и в который мы вступаем. Что важно помнить? Важно помнить то, что факультет МЭО и МГИМО дал вам все необходимые инструменты для того, чтобы найти себя вот в этом новом мире. Факультет МЭО дал вам не только большой объем знаний, не только навыки, необходимые компетенции, то, что, в общем, дает любой хороший факультет и вуз. Самое главное, факультет МЭО дал вам верных друзей, знакомства, приятелей. Кто-то нашел свою любовь у нас на факультете и будет создавать семью. Это очень важно. Это то, что необходимо с собой пронести и дальше в профессию, и дальше в вашу взрослую жизнь. Я сам, как выпускник факультета МЭО и МГИМО, понимаю, что сегодня для вас особенный день, день счастливый, день радости, но всегда примешивается, может быть, небольшое чувство страха. Я тоже его испытывал, когда заканчивал институт. Найду ли я свое место в мире, найду ли я себя в профессии, что будет дальше в мировой экономике, что будет дальше в мировой политике в такой турбулентный период. Что здесь хотелось бы пожелать? Во-первых, хочу вам пожелать, ребят, ничего не бояться. У вас есть все для этого необходимые знания и навыки для того, чтобы все это преодолеть. Есть навыки, чтобы возглавить все эти, на первый взгляд, хаотичные процессы и упорядочить их. Что хотелось бы вам пожелать? Хотелось бы пожелать, ребят, чтобы вы всегда оставались студентами. Студентами не обязательно учиться, чтобы быть студентом, не обязательно учиться в вузе или продолжать бесконечно свое образование. Нужно самое главное не терять интерес к новым знаниям, не терять вкус к жизни, сохранять эту молодость духа. И это очень важно. Я желаю вам вот этой вот интеллектуальной гибкости, и тогда вы сможете подстроиться к вот этому меняющемуся миру и менять этот мир самостоятельно. Что также хотелось бы вам пожелать, ребят? Кем бы вы ни стали в будущем, через много лет, кто-то из вас станет крупными предпринимателями, кто-то станет промышленниками, кто-то станет чиновниками и так далее. Важно помнить, ребят, что мы все живем в обществе. И нужно помнить, что обществу нужно отдавать всегда чуть-чуть больше, чем вы берете в этом обществе. И тогда именно служение народу, служение государству есть залог, в общем, по-настоящему профессионального, ну и личного счастья. Хотелось бы вам пожелать всегда это помнить, и тогда вот этот вот, опять же, на первый взгляд, хаотичный мир станет, в общем, прекрасным новым миром. Сегодня особенный для вас день, и это ваш день, но здесь хотелось бы, конечно, вспомнить и поблагодарить ваших близких, родных, которые прошли с вами весь этот путь, поблагодарить профессорско-преподавательский состав, которые учили вас эти годы, поблагодарить сотрудников деканата, которые вас курировали и вели в течение этих 4, соответственно, или 6 лет. И, ребят, всегда помните, что всегда двери факультета МЭО, двери МГИМО всегда для вас открыты. Мы всегда вас ждем. Спасибо.